Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Локтенов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. И сегодня тема нашего видео – брахиопластика. Брахиопластика – это операция, эстетическая операция, направленная на коррекцию объема и эстетического вида области плеча. Итак, почему же возникает необходимость коррекции данной зоны? Часто пациентки жалуются на провисание вот кожи в этой области, что создает дополнительный объем в области плеча и доставляет множество неудобств в плане подбора одежды, и вообще эстетический вид этой области не очень гармоничен. И хочу на примере пациентки показать основные моменты данной операции. Первый, наверное, и всех интересующий вопрос – это где же проходит шов? Да? Вот хочу вам показать, что шов проходит как раз по внутренней части плеча. Таким образом, что когда вы руку опускаете, то этот шов полностью прячется, да, его не видно. Соответственно, делая разрез в этой области, мы корректируем практически всю область плеча, удаляя фрагмент кожи, здесь и здесь. Перед тем, как сделать разрез и удалить излишки кожи, я выполняю липосакцию данной области, что тоже, в свою очередь, уменьшает объем плеча. И в результате мы получаем достаточно подтянутую руку, без провисания кожи и без лишнего объема. Оценить результат после этой операции можно уже через 2 месяца, когда сойдут отеки и произойдет заживление шва. Рубец со временем тоже меняется. К 6 месяцам он становится белого цвета и практически незаметен. Но если вы захотите, вы можете закамуфлировать с помощью тату. Брахиопластика является малотравматичной операцией и достаточно часто ее проводят в сочетании с другими операциями в рамках одного наркоза. Это такие, как абдоминопластика, либо мамопластика, ну и даже фемуропластика. И, конечно же, в раннем послеоперационном периоде я вас прошу, не поднимайте тяжести, не выполняйте тяжелую физическую нагрузку, чтобы результат операции он держался долго, и мы не получили нехороших осложнений в виде расхождения швов. Сегодня мы поговорили о небольшой операции, которая называется брахиопластика. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их под этим видео, я на них с удовольствием вам отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого хорошего!